бабушки, будущие мамы, с Днем Матери. Знаете, мы живем в интересное время, когда праздник становится проповедью. И пусть Господь благословит вас, благословит всех нас. Слушайте, что Слово Божие говорит. Я приглашаю вас, давайте мы уже будем поднимемся и будем молиться. Забудет ли женщина грудное дитя свое? Пророк Исаия не говорит, оставит ли. Оставить может, но я вам гарантирую, даже те, которые оставили, забыть не могут. Но даже если это случается, то Бог говорит, что чтобы не пожелал сына чрева своего, но если бы это случилось, то я не забуду вас. Пусть Господь благословит вас, дорогие мамы, пусть Господь благословит всех нас. Мы благодарим Бога за вас, и мы благодарим Бога за то, что Он наш Отец, который никогда не оставляет нас. Love.
игрушки и конфеты. Но, мама, люблю я совсем не за это. Веселые песни она напевает. Нам скучно вдвоем никогда не бывает. Я ей открываю свои все секреты. Но, мама, люблю я не только за это. Люблю свою маму, скажу я вам прямо. Но просто за то, что она моя мама. Аминь. Думал раньше, вот желаем мы там счастья, здоровья, успехов в жизни. Но вам помогло когда-нибудь? Здоровее стали? Не знаю. Я так как-то скептически к этому относился. И вы знаете, минут 40 тому назад Господь меня обличил. Простым стихом из Писания.
Слушайте, как он звучит. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем так, как преуспевает душа твоя. Как прозвучало сильно, правда? Здоровечка и успехов, не то что успехов, а преуспевать так, как преуспевает душа твоя. Но подумайте, душа уже преуспевает, а потом уже успехи и здоровье. Я вчера проповедовал в Еврею, и в конце там такая Симочка, сестра есть, любвеобильная, маленькая такая, но она бежит всегда, чтобы со мной поцеловаться. И она говорит: Славочка, здоровится тебе. Сына, здоровечка тебе, говорю, Семеновна, спасение. Да обожди ты со спасением, здоровечка тебе. Друзья дорогие, на пожелание, чтобы здравствовали и преуспевали. Это к мамам и к бабушкам. Стих Священного Писания и простая проповедь на День Матери. Бытие 3.20. Бытие, 3 глава, 20 стих. И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Как знаете, Адам – это второе имя дал Еве, а первое, знаете, какое было? И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. До того момента, когда Адам дал имя Еве, я думаю, как он сказал, говорил ей? Жена. Или эй, подай, убери, наверное, но потом имя было. И я хочу сегодня просто остановиться. Она стала матерью всех живущих. Ничего нового, просто хочу вашу память поднять. Хочу вспомнить некоторых женщин, некоторых матерей Священного Писания. Кто помнит, как начинается первое царство? Ну, быстренько. Начинается первая книга царств о семье. Елкана муж, который имел две жены, Анна и Феннана, вторая. И вы знаете, я всегда, когда читаю эту историю, думаю: мужик, что-то не так у тебя в семье. Ну, неправильно. Если соперница обижает Феннана, Анну, а ты говоришь: ну, неужели я тебе не лучше 10 сыновей? Сказать: цыть, Феннана, что за дела? Вот что-то мне вот так хочется, чтобы он сказал, но он так не сказал. Ну, видать, такого склада характера. Вы знаете, за эту женщину, что я хочу сказать сегодня, это женщина молитвы. Друзья, это имя оставлено нам на страницах Священного Писания, как молиться, чтобы твоя молитва была услышана. Даже если те, которые рядом с тобой, говорят: слушай, сегодня собрание, молитва должна быть короткая по существу, как я иногда говорю. Она молится, губы еле шевелятся, и священник или даже посмотрел: слушай, наверное, с ней не все в порядке. Друзья мои, это была женщина, которая скорбела, которой душа была огорчена, потому что она не имела детей и просила у Господа мальчика. И когда разобрался священник Илий, то сказал: иди с миром на следующий год. И родился мальчик, которого назвали Самуил. Друзья, вы знаете, я вчера сидел и думал: Господи, рождаются такие личности. И если бы вы меня спросили, любимый герой Библии, я бы сказал: Самуил. Нет никаких изъянов. Нигде не поступил неправильно этот человек по всему Писанию. Друзья мои, и вот думаю, такой лидер. И вот мама прошла такую историю. Скажите, пожалуйста, сколько было Саре лет, когда родился Исаак? 100. Нет, это мужу 100, ей 90 было. И вот, друзья, я вот думаю, молилась ли Сара, чтобы Господь дал наследника? Нет. О, и я думаю, что Авраам молился. Почему так происходит? Но это еще не все. Вот скажите, пожалуйста, жена, вот Исаака, как ее звали, кстати? Ревека. Написано, что Исааку было 40 лет, когда он женился.
А когда родился Исав и Яков, сколько ему было? 60, спасибо. 20 лет. И это, ну, это люди, это патриархи, которые оставлены на страницах Священного Писания. Как вы думаете, молился? Там в Писании написано, молился, чтобы родился сын. Пришел в мир Иаков. И помните историю Иакова, там и жены, и служанки, и там то Бог открыл чрево, то закрыл чрево. И вы знаете, вот такое, вот, когда большие люди, оказывается, рождаются, то не так все просто. А в Новом Завете вы никого не помните? Елизавета. Праведная жизнь. И написано преклонного возраста. Сколько это? Много. Правда, много? Рождается Иоанн. Молилась? О-о. Я думаю, там все батюшки вместе с Захарией были подключены. Браты, ну давайте, подвязайтесь. Ну что это такое происходит? Друзья, молилась и вымолила. Я хочу сказать, что это оставлено на страницах Священного Писания пример мамы, молитвенницы. И вы знаете, вот молилась, Господь дал и привела в храм. Какой это, в общем-то, смелый поступок со стороны матери. Но пообещала Господу, сестры, пусть это останется хорошим примером. Молиться, несмотря ни на что, и если обещала Богу, исполни. Итак, Анна, женщина, мать молитвы. Естественно, сегодня, как и на всех днях, я вам скажу, Дня Матери, или очень часто мы вспоминаем маму Тимофея. И, кстати, как ее звали? Ее звали Евника. Бабушка была Лаида, а мама была Евника. И вот удивительно сказано. И апостол Павел, который потом призвал к служению этого молодого человека, когда потом он был пастырем уже церкви, говорит, я смотрю, я замечаю, я обратил внимание, что вера, которая в бабушке и в маме, я уверен, что она в тебе. Скажите, пожалуйста, можно ли передать того, чего у вас нет? Можно передать привет, если у тебя ничего нет. Но при этом ты очень сильно сыт не будешь. Если тебе передать, нужно иметь. А для того, чтобы иметь, нужно приобрести. Я правильно говорю? Эти люди от бабушки и мамы работали над тем, чтобы иметь, а потом было что передать. Друзья, и вот эта мама Евника оставлена нам. И мы сегодня читаем. Это женщина. Не написано, что она собрала там золотые слитки или что-то большое материальное. Но она сумела передать свои убеждения, в чем, что было в нее в сердце, огромнейшую веру. Вера приходит от чего? От слышания. А слышание? Вот откуда, друзья мои, была внимательна к слову, которое начало проповедоваться, потому что в Писании написано, что она была уверовавшая. Возможно, бабушка была чисто по-иудейски наставлена правильно, а мама уже приняла веру, ту, что вот христиане несли. Поэтому, друзья, как важно, первое, быть молитвенницей за своих детей, несмотря ни на что, даже если те, кто рядом, да сколько можно уже эту тему поднимать, сколько можно эти уже записки передавать, молитесь за наших детей, да годами, ну как-то успокойся, есть другие нужды. Нет, пиши, беспокойтесь, заставляйте других подвязаться вместе с вами. И, друзья, живите так, чтобы это ценнейшее приобретение, которым есть вера живая, она могла быть передана вашим детям. Третья женщина, буквально одной строкой. Вы помните, Лена, Настюк там и сестры, как там миссия называется, как? Тавифа. А чем эта знаменитая женщина Тавифа была? Хо. Друзья мои, это написано в Деянии, в 9 главе, 36 стихе. Жила в Иопии, женщина умерла. Я не знаю, сколько ей было лет, была она ли мама, что она собой представляла, без понятия. Но оставлено. Когда Петр пришел, женщины-плакальщицы начали показывать ему. Смотри, она сделала. Это вообще произведение искусства. Ты посмотри эти рубашки, эти платья.
Мы свою миссию назвали Тавифа. И чем мы занимаемся? Делаем добро тем, которые не могут ни заплатить, ни как-то вот, кроме спасибо. Друзья мои, я с этого места, не знаю, в каком году проповедовал, на тему «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не перестанем делать добро». Друзья мои, я очень хочу, чтобы наши мамы, молитвенницы, те, которые могут своим детям передать не только материальное, но ценнейшее это веру, были добрые, делали добрые дела и показывали своему наследству и другим, которые рядом, быть добрыми, невзирая ни на что. Даже если спасибо не скажут и не поднимут вашу рубашку, которую вы так с трепетом делали. И последнее место, на которое я хотел бы обратить внимание и даже прочитать его, это послание к Титу, апостола Павла, посланника Мессии Иешуа Шауля, как говорят евреи. И написано, послание к Титу, 2 глава, 3 стих и дальше. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Слушайте внимательно. В украинском переводе «женщины старшего возраста». В еврейском так написано тоже, не за старух там написано, а просто за женщин, которые, ну, скажем, моего возраста, которым под 60 как минимум, и бабушки, которые еще при здравии и способны передать что-то своим детям. Так вот, слушайте, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Еврейский перевод. Тогда Божья весть не будет объектом поношения. Очень сильно сказано. Друзья мои, хочу обратить ваше внимание. Я сейчас встречаюсь с молодой парой и говорю: «Анечка, вот я тебя не загрузил сегодня. Жены, повинуйтесь в Павла и в Петра, и так по Писанию». А она говорит: «Нет». Я говорю: «Я мужчина, мне трудно вообще понять вот это все». «Нет». И, кстати, не первой паре я задаю этот вопрос, не первой молодой девушке перед свадьбой. «Нет». Если Господь в сердце, если Господь управляет, не тяжело, поверьте, не тяжело повиноваться мужу. Не тяжело, чтобы за ним было последнее слово. Нигде до этого Писания не написано: «Жены, любите своих мужей». И вот только здесь Павел к Титу говорит: обратите внимание, сестры, которые уже в возрасте, у которых детки и внуки, и которые бабушки сегодня, учите молодых любить детей, учите молодых любить мужей, учите, написано, учите. И немножко нужно даже стратегию менять, потому что если твоя дочь была в твоем доме или сын, и ты одно говорила, то когда приходит этот зять и невестка, ты уже должна как-то по-другому. Уже сю-сю-сю не проходит здесь. Здесь нужно четко, понятно и сказать. И пойми, своей дочери скажешь, так как ты говорила ей 18 лет, привыкла, но скажешь зятю, так как ты дочке сказала, о-о. Поэтому старшие женщины, матери, бабушки, учите молодых любить мужей, любить детей, быть добрыми. А как ты вообще можешь веру передать, если у тебя... Поэтому, друзья мои, сегодня в собрании верующих людей, где вот Слово Божие проповедуется, где вот эта вера приходит от слышания Писания. Друзья, сегодня Писание прозвучало. Я буду молитвенницей за моим ребенком. Я постараюсь быть доброй, доброту к людям передать своим детям. Я постараюсь передать веру, а вера от Писания. А Писание говорит вот это. И вот это слово, которое я прочитал тогда: Божья весть не будет объектом поношения. Поверьте мне, около 30 лет я женю людей. 300 пар, точно. Это при том, что я не хочу этого делать, но приходится. И я вам скажу,
Практически все прошли через мой дом. Может, первых 50, когда я еще был молодой на Украине. Но сегодня я приглашаю их в дом и объясняю. Я видел очень разных людей. И я задаю вопрос. Девочка, скажи, пожалуйста, кто в доме у тебя лидер? Мама. Труба. Я уже знаю, что это не свадьба будет, а испытание моего вообще, то, что я могу. Друзья дорогие, ты не можешь передать дочери быть покорной мужу, если ты сама не покорна, а она уже 20 лет в твоем доме, и это все видела как на ладони. Друзья дорогие, пожалуйста, передайте веру евангельскую, однажды преподанную святым. Пусть это прозвучит не как укор одного из пресвитеров в адрес, но с любовью это говорю. На прошлой неделе услышал фразу, она мне просто вот здесь. Истину можно подать, как мужчина пальто, любящий женщине, а можно швырнуть, как мокрое полотенце. Понравилось, вы знаете. Иногда люди истинные швыряются. Иногда швыряются. Иногда те молодые люди, которые проходят через мой дом, я вижу, что истинные швырялись в их жизни. И им так тяжело иногда понять то, что я в детстве от любящего отца и матери узнал. Поэтому, друзья мои, да не порицается Божье Слово. Простые, простые примеры простых людей, которые за Господом шли, были верны, не видели никакого обетования, проходили годы, старость пришла. Вот на тебе Исаак, вот на тебе Иоанн Предтеча. Друзья дорогие, это сильно. Домолилась. Я хочу, чтобы пришел день, чтобы ты домолилась тоже, и мы могли радоваться вместе с вами. Друзья, нужно цели ставить в своей жизни. Знаете, есть буква «Я». Она очень красиво, кстати, на пьедестале стоит. Такая ножка вытянута, знаете? Вот другие буквы не так стоят, как буква «Я». Вот цель. Это «Я» и весь мир вокруг меня. Ох, как встречают часто. Весь мир вокруг меня. А есть цель перенести Божье предназначение, знать его лично и принести, и показать другим. Писание говорит, слава детей, родители их. И последнее, то, что говорю всегда, на каждой свадьбе, и сегодня вот на свадьбе невесты Христовой, то я вам тоже хочу напомнить. Дети, на прошлой неделе мне Андрей Андреевич вещь одну сказал, прошлое даже воскресенье, когда они вернулись из Флориды, говорит, там на берегу или на побережье они вечером видели, когда вывозили колясочников, дети, близкие, родственники, какую угодно речь слышали, но русской не услышали. Это катастрофа, друзья мои. И я имею смелость от Господа сегодня говорить, молодые или постарше, если твоя мать сегодня одинокая или отец и очень скучает, забери ее в свой дом Христа ради. Да не порицается Божье Слово. Аминь. Нет оды для свекрови, ведь мать одна судьбой дана по паспорту и крови. А я своей скажу, люблю. Другой такой нет в целом свете. Мама, вы вовсе не свекровь, ваш сын и я, мы ваши дети. Спасибо, мамочка, за все. Пусть вас обходят все тревоги, улыбка светится в глазах, и будут легкими дороги. Я вас люблю. Я от своего имени также хочу поздравить всех наших будущих мам, настоящих мам, бабушек и... Все мы прекрасно понимаем, что Бог возложил на матерей, на отцов большую задачу. И материнство, отцовство – это самая большая миссия, которая, наверное, дана каждой семье и каждому человеку. Но вы, наверное, слышали о том, что есть такое понимание, как материнская церковь. Материнская церковь – это церковь, которая заботится или посылает кого-то на служение, или заботится об организации новой церкви где-то в другом месте,
Это может быть выражено разными способами и так далее. Но у церкви, которая называется материнской церковью, на самом деле это большая-большая привилегия. И вот вы, братья-служители, здесь многие пастора сидят. Вы понимаете и знаете, что не каждая церковь становится материнской. Далеко не каждая. Но есть церкви, которые, заботясь о других, проповедуя Евангелие другим, организовывают церкви в других местах, районах и так далее. Поэтому мы поддерживаем тех миссионеров, которые у нас есть на поддержке. Мы пытаемся участвовать в деле Евангелия. И сегодня хотел просто дать вам небольшую информацию о нашем будущих шагах. Как вы знаете, уже почти 3 года, вот этим летом будет 3 года, как мы, наша семья, готовились к тому, чтобы уехать на миссию в Европу, в частности в Испанию. 3 года, которые сопровождались сложными моментами в ожидании документов, в ожидании виз. 3 года, которые, помимо сложных моментов, имели большие благословения. Бог укреплял нашу веру, Бог укреплял наши отношения с Ним, Бог укреплял нас в том призвании, которое Он нам дает. Поэтому хотим сказать вам и поблагодарить вас как церковь, поблагодарить наших пасторов за сердце, за желание служить и распространять Евангелие. И мы, как те, которых вы пошлете на служение, мы уже купили билеты, мы получили все визы. И 1 июля мы всей семьей улетим. У нас еще немного времени осталось для того, чтобы решить ряд ключевых вопросов. Вопросы, связанные с финансами некоторыми, вопросы, связанные с тем, чтобы подготовить свое жилье там, распродать какие-то вещи здесь, в общем, освободиться от того, что нам мешает на данный момент. Но, как в любой семье, приходит время, когда нам приходится кого-то отпустить, да, выдать замуж или женить кого-то, послать. Так и в нашей жизни, в жизни нашей церкви вот наступает вот этот момент, когда мы едем. Мы едем на служение, но мы всегда связаны или хотим быть связаны с той церковью, которая нас посылает. Поэтому молитесь о нас, пожалуйста. Это нелегкие 1,5 месяца, которые нас ждут. Мы должны будем уехать, как я сказал, 1 июля. Сначала мы едем в город Валенсию, где уже организована церковь. Там уже 25 человек вот с нашим участием каждое воскресенье собираются. Но мы уезжаем с целью, сначала едем в Валенсию, но наш приоритет – это организация еще одной или двух групп в Испании. Поэтому мы, живя в Валенсии, начнем работу в других городах. Поэтому, пожалуйста, для вас, как для церкви, это тоже жертва. Жертва, во-первых, в том, что 3 члена церкви я увезу с собой, и 2 тех, которые в скором должны стать членами церкви. Я благодарен за все молитвы, которые вы совершали вместе с нами, за переживания, за поддержку. Я благодарен, особенно благодарен за пасторский состав нашей церкви, перед которыми я мог говорить о своих переживаниях, которые наставляли меня, вразумляли и которые выразили готовность двигаться дальше и поддерживать нас в этом служении. Я подготовлю через некоторое время больше информации для вас, может быть, фотографии, молитвенные карточки. Если кто-то из вас захочет лично участвовать в этом служении, мы всегда будем рады и всегда будем стараться держать вас в курсе того, что будет там происходить. Поэтому у нас еще будет время для того, чтобы вы, как церковь, помолились, мы бы очень хотели этого над всей нашей семьей, не в это воскресенье, а может быть чуть-чуть позже. Поэтому вот такие новости для нас.
Поэтому, друзья, молитесь, пожалуйста, об этой семье. Как вы слышали, финансовый вопрос – это один из самых острых вопросов, потому что осталось очень мало времени. И наша церковь выделяет бюджетные средства ежемесячные на это, но если Господь располагает кого-то из вас на индивидуальном уровне поддержать эту семью там, в этом служении, есть расходы и с переездом, и с перевозом всех этих вещей на новом месте. Поэтому молитесь об этом, если Господь располагает вас, поддержите их, и у вас будет в ближайшее время возможность узнать больше об этом. Поэтому мы обязательно помолимся о всей семье, пригласим вас сюда, вперед, благословим, у нас есть еще немножко времени. А сейчас, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, вы потом можете обратиться к Михаилу, к Наташе. Пусть Господь благословит вас. С Богом!